привет! Вы на YouTube-канале «Ингрия без границ». Этот выпуск проведу я, Кристина Латогольцева. Приграничный город Нарва является культурным центром Ингерманландии, и по этому случаю мы находимся у дверей театрального центра «Ваба-Лава Нарва», в котором мы проведем интервью с менеджером Рене Абрамсоном. Нарва при шведах была столицей Ингерманландии. Что связывает себя с Нарвой в личном плане, если мы не будем смотреть на работу? Ну, я живу здесь, у меня семья здесь. Также мои предки здесь жили и учились. У меня отец учился в той же школе, что и я, это эстонская гимназия, да. Вот, если дальше посмотреть, то мои предки, они приноровские, они со стороны России, вот сейчас с того берега, там такое село называлось Омут, рядом с Отрадным. Вот, то есть получается, что как бы я родом отсюда уже как бы много поколений. И я думаю, что это меня, наверное, да, связывает. Да. Как ты относишься к соседним с Нарвой регионам, Ленинградской, Псковской области? Может быть, присутствует какой-то страх, интерес, любовь, а может даже гнев? В принципе, я в России-то никогда не был, я был в Советском Союзе. То есть я был там, когда я был маленький, и в Питере, и там Ивангород, и Парусинка, но в Российской Федерации так ни разу и не побывал. Ну, нет, никакого там ни страха, ни... Ну, интерес есть. То есть я хотел туда поехать, значит, у меня есть интерес посмотреть, как там жизнь, как там... Ну, я думаю, там хорошо, в Питере особенно, да. А почему именно менеджмент? Как ты к этому пришел? Как я к этому пришел? У меня первая работа менеджера, как администратора, это было в кино. Здесь Нарвский кинотеатр открыли в 2006 году. Мне было тогда целых... Было в шестом, по-моему, не помню. Мне было где-то 25-26 лет. И я там получил должность администратора. Мы с директором работали по сменам, два через два. Вот. И как-то так и пришел. И потом уже после этого я устроился в ЮСК менеджером в магазин. Там 7 лет проработал. Это было, конечно, для меня очень такой челлендж. Это было очень тяжело. Я не могу сказать, что я такой менеджер от рождения, да, там, что могу людьми управлять. Но учился ты в Таллине. Почему вернулся? Ну, такой период был, наверное, у меня. И почувствовала, что мне нужно вернуться домой, чтобы заново здесь себя собрать и начинать что-то выстраивать и как-то строить свою жизнь отсюда. В чем заключаются главные задачи культурного менеджера? Если вот мы сравним твою работу в магазине, и теперь все-таки ты культурный менеджер. Какие главные обязательства у тебя? Ну, совсем что-то другое. Это другой вызов, это культура, это как-то, интереснее. Это те вещи, с которыми здесь сталкиваешься, они расширяют мировоззрение. То есть, если ты там работаешь в магазине 7 лет, да, в одном и том же, ты как какой-то коробке, то есть ты получаешь какую-то культуру, да, ты когда смотришь фильмы, там, или ходишь на выставку, или что-то, да, а тут как бы по работе в культуре, и это начинает твое сознание как бы раздвигать, начинаешь больше понимать, ты понимаешь, что такое театр, почему он делается, и что в нем как бы классного, там, да, тот же вопрос, вот очень много меня в Нарве спрашивают, что почему тут как бы искусство трогает политику, вот эти вопросы ты начинаешь понимать, как это в этом внутри, то есть, будучи изнаружи, да, если ты там работаешь в каком-то там магазине, в своей коробке, да, ты не можешь как бы это осознать для себя, что на самом деле. Но не могу не задать вопрос о том, что когда Юля Аук поставила спектакль на тему «Хуй войне, Донбасс, письма с фронта», то плакаты антивоенной постановки вызвали настоящий фурор у нарвитян. Можешь об этом рассказать? Ну, Нарва, мне кажется, я Нарву знаю довольно-таки хорошо, потому что, как я и говорил, я все-таки отсюда родом, и не первое поколение, то этот город, он немножко в этой ситуации, когда война началась, мне кажется, все здесь притихли. Такая тишина. Никто не хочет про это говорить. Это дело такое немножко табу. Не наше дело. Это что как бы мы тут как бы не виноваты, и мы вообще не должны это затрагивать. То есть
Ну, Лобалава это как бы не хотела так оставить, потому что дискуссия нужна и важна для города. Ну и сам лозунг «Хуй войне», он как бы не нами придуман. И он сильный лозунг, он же не просто так похабщина какая-то, а это несет какую-то мощь, силу, энергию, как бы вот этот лозунг. В начале августа у нас выступил в Абалаве Ляпис Трубецкой, а почему именно Ляпис? Потому что Ляпис классный. Многие не смогли, отказывались. Но потом у нас все-таки были варианты, и из тех вариантов, которые у нас как бы были возможны и по бюджету, и человек, и группа там согласилась, Ляпис нам больше всего подошел. И мы хотели сделать мероприятие, чтобы показать, что Нарва с Украиной. Вот когда было открытие культурного двора, наши художники сделали, оттюнинговали, то есть был только вот этот мужчина, и они сделали вот этот вариант, и там еще два варианта. Красота самодельная. Вот это, кстати, первый спектакль, который здесь у нас в концентре игрался в 2018 году, в декабре. Открыли вот транзит, очень крутой, я тоже на нем был, я тогда еще тут не работал, мне приглашение прислали, потому что я помогал им там с мебелью, там что-то собирать, пригласить и нас кинули. То есть ты уже висит в качестве истории, да? Да, здесь история, да, вот разные спектакли, которые здесь в Лаве игрались, и в основном это те, которые были премьеры в Лаве. И какая самая яркая премьера, на твой взгляд? Или которая собрала, может быть, большее количество человек? На мой взгляд, на моем веку, я, конечно, много здесь не смотрел, потому что я тут еще не работал. Когда я ходил в театр, но редко. Самая яркая, не знаю, хуй войне все-таки. История эмансипации женщин, то есть как они освобождались, скажем, с веками, да, или годами, то есть когда-то они ходили в таких панталонах, а потом уже более так. Сколько лет ты игрушки такая? И вот какие были раньше эти коляски, да, детские, да, вот здесь тоже. Можно сколько? Не очень тяжелый, но сюда еще углем не пихать, это же. А углами попасть все что угодно, даже завески. Вот студийный зал. Вчера здесь была пресс-конференция Кая Калас и Катри Райк. Такой вот. По величине второй зал, да. Здесь, по-моему, 120 квадратов. Штора, она полностью закрывается. Можно ее полностью закрыть, и ты тогда оказываешься в таком пространстве, которое полностью зашторенное, черное. Вот. И тут можно тоже делать уже такие конференции, все-таки побольше, семинары, места побольше. А как часто она используется? Как заказы идут. Это зависит от времени года, от какого-то там экономического, ковидный этот период или не ковидный. То есть, когда ковидный период был, глухомань вообще. А сколько стоит, чтобы снять студию? Да недорого, 60 евро в час. Вот. И к этому мы еще приложим какую-то свою технику, дадим звук, свет. То есть все прям все в цене. Все в цене, да. Еще наша техника поможет там что-нибудь подкрутить, там отрегулировать. А если мы говорим о волонтерстве, ты все-таки помогаешь украинским беженцам? Можешь рассказать об этом? Что побудило тебя этим заниматься начать? Я себя волонтером назвать не могу. И что я начал делать, это то, что этот Вабалавовский наш хостель, я попросил, чтобы наше руководство... Это была твоя инициатива, да? Дало, чтобы... ко мне обратились люди, что, слушайте, можете чем-нибудь помочь? Вот у нас ситуация с беженцами, сейчас, секунду, я подумаю, там, посмотрим, что мы можем сделать. И вот я узнал, что, то есть уговорил наше руководство, что мы отдадим хостель под это дело, это правильный шаг, и мы нашли туда, вот там уже работали внутри волонтеры, то есть это люди, которые реально работают с беженцами постоянно, они волонтеры, а я как бы, помог это просто организовать. Потом со мной еще связался фонд Рубикус, это фонд помощи украинцам, который базируется в основном в Америке, и там, он состоит из российских иммигрантов, и вот они помогают украинским беженцам.
из России в Европу вернуться, то есть туда, куда они хотят, либо там в Украину обратно каким-то путем, либо в Германию, в основном там в Финляндии, Голландии, ну, такие вещи. То есть я помог им открыть два хостеля. Они со мной связались, что, слушай, ты можешь чем-нибудь помочь? Так получилось, что вначале я просто искал им какие-то местных предпринимателей, которые взялись за это. Ну, пошло как-то, ну, много разных отказов по разным причинам. И тогда я им предложил, ну, давайте я попробую сам просто обрисовать, как мы можем открыть здесь хостели сами, которые были бы близко к границе, и где можно было бы и с животными. Часто идут с котами, с кошками. Там, но здесь был именно хостел предназначен для транзитных беженцев, да? Да, да, да. Угу. Да. И, то есть... и те тоже для транзитных. И время ограничено, получается, пребывание, да? Да, да, да. Ага. День-два, там, бывает, ну, бывает три. А сколько народу вмещает в себя? Ну, в Абалаевске 8 человек, а другие два хостеля 10 и 7. То есть здесь вот, получается, в районе где-то 200 метров три хостеля, которые там все вместе 25. А сколько всего в Нарве организаций, которые помогают беженцам, людям, которые бегут от войны? Несколько. Вот Ингрима и Майя там помогают. Знаю, арт-резиденция нарская. У них там есть место, в подвале было устроены такие комнаты там, с кухней, всеми делами, и вот и они начали. И все вместе, насколько я знаю, что сейчас от таких вот волонтеров и через фонды открыто где-то в районе 80 спальных мест. А вот у погранпункта была, по-моему, в начале июля, да, установлена палатка для беженцев. А почему все-таки ее нет сейчас? Я знаю, что мэр Катри Райк, она как-то скептически к этому отнеслась. По какой причине? Ну, эта палатка свою цель выполнила, если ты не знаешь, может быть, там изначально она была организована на одну неделю. Спустя эту неделю там были все записаны, все случаи, сколько людей туда обращалось в день, что они хотели, какую помощь им нужна была, да. И потом открыли, вот теперь есть... узка инфопункт около границы на первом этаже. И когда, если раньше люди выходили, беженцы из КПП, просто выходили как бы, ну, куда-то, какой-то город, где нет никакого знака о том, что их как бы приветствуют. А на границе им говорили, как, куда, что? На границе им говорили, но проблема в том, что нам тоже СКА говорилось, мы ими занимаемся на границе. Но реальность такова, что люди, когда находятся на границе, в КПП, то они в стрессе. Теряются. Они теряются. Их надо взять за руку, грубо говоря, и да. И с ними, это... даже когда им там задаешь какие-то вопросы, угу, они там, да-да-да, все хорошо, отстаньте от меня, дайте просто выйти. Они реально боятся, что их не пропустят на эстонской границе или еще что-то. То есть это и на российской границе, но я слышал много историй, где, конечно, с ними, ну, относятся к ним жестко. Часами их допрашивают, угрожают реально, что с ними там будут делать там, и так далее. Но, насколько я знаю, как бы прям таких историй я не слышал, чтобы эти угрозы там, ну, прям кого-то били или что-то мучили. Нет, угу. Психологическое воздействие идет. И оно идет долго, то есть оно идет несколько часов, прямо, может, там 5-6 часов. Вот. И потом они приходят после 5-6 часов вот этого такого террора, да. Им потом говорят, ладно, иди. И они приходят на эстонскую границу, и там начинает какой-то работник с краем, еще что-то там спрашивает. Отстаньте от меня, дайте пройти. Вот. И когда они уже выходят в Эстонию, они вот тут уже вдыхают и такие, фу, теперь я как бы не расстаюсь. Они чувствуют себя защищенными все-таки, когда они пересекают границу? Они выдыхают, да? В тот момент, они уже все как бы дальше как бы нас пропустили, дальше уже надо думать, как куда дальше. Там. И там у них координаторы в основном их ведут по телеграм-каналам, им рассказывают, когда у них автобус, когда у них что в хостеле могут остаться. Вот, ну и, значит, теперь этот инфопункт есть у границы, и сейчас они выходят, если раньше они выходили там, ну, просто никуда, теперь у них плакат, они вышли, у них плакат, там, украинский беженец, смотри, идешь туда, там инфопункт, и тебе помогут, и уже дальше, то есть это уже совсем как бы другое. А если мы перейдем к теме советских памятников, да, все-таки правительство Эстонии поручило сделать демонтаж, и если мы поговорим о танке Т-34, который находится между Нарвой и Нарва-Йейсу, что ты по этому поводу можешь сказать? Сложный вопрос. Мое изначальное как бы мнение такое, что
значение этих памятников должно поменяться. Мне кажется, это самое главное. То есть если на это смотреть просто как на памятники победы над фашизмом, да, героические памятники, и не принимать в счет вообще то, что на самом деле те же войска как бы, да, делали в Эстонии, ну, реально как бы плохие вещи, то есть людей депортировали, там, и убивали, там, сколько страданий на самом деле те же войска, вот, которые, да, вот они как... Нужно понимать, что это как бы общая картина, а многие не хотят этого видеть, то есть они видят только то, что это победитель над фашизмом, и это самые как бы святые памятники, их как бы нельзя трогать. Извините, это не совсем так. То есть это те же люди, это те же войска высылали людей, убивали людей, и ни в чем не повинных. Эстонский народ очень сильно пострадал. Я знаю, что это большинство тех, кто к этим памятникам ходит, они это не восприемлют. Наверное, задача даже невыполнимая. А что такое памятник? Это какая-то точка воздействия на человека. И, как мне кажется, вот путинская Россия с этим работает. Идет пропаганда через вот это вот советское как бы прошлое, да, героическое. И этим оправдывается. Там. И люди подкупаются именно вот такими способами. И потом они уже готовы там голосовать за все что угодно, что там, ну, то есть соглашаться с разными действиями этого правительства, да, там, преступными действиями этого режима, потому что они как бы, ну, вот сколько лет на самом деле, вот сколько я замечал, если раньше там до Путина или в начале его первых годах, ну, не было такой, так скажем, ну, победобесия, к этому относились по-другому. Да, люди ходили, там носили гвоздики, это все было такой памятью, но потом это раскрутили прям так маятник. Поэтому эти памятники, они как точки воздействия, то есть они воздействуют на людей, которые здесь живут, через эти, да, точки. Ну, я бы спросил у людей, которые, у которых претензии к эстонскому государству, и Кая Каллас, да, то почему у вас нет претензий к Путину, что он эти памятники, почему то, что он эти символы как бы к своим действиям привязал, как бы, и почему у него не спрашиваете, зачем ты это сделал? Если мы отойдем от политики и вернемся к твоей работе, а ты можешь вспомнить свой самый такой, скажем, яркий в твоей работе фейл, и как ты с ним справился? Да, разные тут истории, конечно, бывало, когда слишком мало народу удалось собрать на спектакль. Такое тоже бывало. Вот сейчас фейл, да, я тут дал людям подиумы попользоваться, да, они вернули, там пару подиумов сломанные. Добираться. А давай помечтаем, например, у тебя много времени, денег, на что ты потратишь эти ресурсы, на какие проекты? Мне нравится, вот у нас есть хозяин этого всего комплекса Линда 2, Аллан Калдо, как бы человек-меценат, он очень много как бы денег дает на разные проекты, важные для Нарвы, на те же пути спектакли поддерживает, ну и так далее. То есть много, это как бы, вот можно у него узнавать. Ну вот это наш театральный зал, вот сейчас трибуна выдвинута, да, 10 минут, и она будет где-то... Заканчиваться. Ой, ну пустой зал получается. А, сейчас это с трибуны. Здесь 216 мест. Кто должен тут выступить, чтобы все это было занято и даже еще по бокам, чтобы стоялись? Кто-то популярный. Например, кто? Ну, русский театр, когда приходится с этими спектаклями, в основном практически заполнено, да. Тот же «Хуй войне», там только в последних рядах были свободные места. Ну, процентов была заполняемость, наверное, процентов 80. Вот, по-разному. А вот в силу нынешних обстоятельств, какая сейчас главная целевая аудитория? Кто в основном приходит на концерты, театр смотреть? Вот кто? Разная, возрастная категория? На разные спектакли разные люди приходят. На Нарве есть беда с тем, что публика не очень такая. Не хотят о культуре? Театролюбивая. Угу. Может, да. Тогда надо пересмотреть как-то взгляды, нет? Больше народу? Нет? Как бы задача же не собрать на типа старое любимое побольше народа. Задача показать, сделать Нарву более такой современным городом. Более современным и разнообразным, чтобы люди понимали, ну, что проблема в Нарве, она как бы консервируется. Город консервируется. Очень такой вот мы этого. Тут не хотим, вот такие как бы настроения. Это не для нас, это там, ну, там, в столицах там своих, там, смотрите, вот извращения, да, там, или непонятные какие-то контенты. Но на самом деле
чем больше таких настроений, тем больше город замыкается, и тем больше оттуда будет уходить молодежь, и будет город стареть, и уменьшаться, и угасать. И, ну, вообще, мое мнение такое, что вот та власть, которая была там до этого, Нарвит, лет 20, они как бы, ну, целесообразно как бы над этими работали. Для них была задача, так мы сделаем Нарвут как бы, ну, такой каким-то уютным городом, которым можно управлять, для них уютно. То есть это какое-то старое население, на которое мы знаем, как воздействовать, мы знаем там, когда пришла Ваба-Лава, то они там сразу: зачем это не для нас, это неинтересно, вот у нас там дом народов, дом культуры. Как бы да, нет, для нас важно город оживить, показать, что есть другая культура, классная, современная. А что все-таки тебя заставляет тогда быть или нравится, почему тебе быть в этой должности? Мне нравится тем, что мы все-таки влияем на Нарве в ту сторону, как я чувствую, что на нее нужно влиять. То есть во главе угла не деньги, получается, да, а все-таки... Денег тут нет. То есть влияние, то, что ты понимаешь, что можешь повлиять как-то, да, и на сознание людей, на переосмысление какой-то точки зрения. То есть не то, что я хочу там людей поменять, нет, я просто то, что вот город, в котором я живу, чтобы он... менялся в ту сторону, которая, мне кажется, правильная для этого города. Это как бы идет развитие, но с моей точки зрения, чтобы город стал более разнообразным, современным, интересным, чтобы со временем, конечно, вот эти мнения людей, чтобы вот это пуританство, да, вот такое, что вот у нас так нельзя, а там что-то у Герасимова, там девушка разделась, сплясала, и весь город тут прям сотрясался, да. Вот. То есть, чтобы этот город был таким, что да, у нас клево, да, у нас происходят разные вещи, разные мнения людей. Кто-то поддерживает это, кто-то это. И можно показывать и провокационные спектакли, и не будет здесь прям из-за этого конца света. Конечно. А сложно вообще об этом думать, это обсуждать? Вот у вас насколько у всех разные взгляды на этот счет? Именно вот что в команде? Нужно именно. Да. Ну, разные, да. Не. До драки хоть не досуют? До драки нет, до драки нет. Но у вас, да, некоторые работники в Нарве как бы не разделяют прям вот так, как мои мысли. Ну, я вижу, опять-таки, с другой стороны, что как многие со временем немножко меняются, и они тоже становятся, как бы начинают, может быть, думать чуть ближе, как мне кажется, как бы вещи есть. И общество влияет и на этих людей, которые здесь вырастают, да, и они во многом... Да, тоже им кажется, ну что, ну да, в Нарве такое как бы нельзя, почему мы это делаем, как бы, да. Вот ты не боишься, все равно ты этим занимаешься, ты открыто это обсуждаешь в обществе, в социальных сетях. Ну тебе не страшно, ну все-таки. Знаешь, что у нас путинский режим поддерживает. Что мне должно быть страшно, по морде получить? Ну, блин, не знаю, ну идите. Случится так случится. Но настроение у тебя не портится от того, что вот пишут такие комментарии, там, такие злостные достаточно? Местами портится. Я готов как бы с людьми там где-то попереписываться. Да, ты сегодня буквально, я смотрела, оставила комментарий. Да. По поводу танка как раз таки российские СМИ показывали этот сюжет. Да, да. Написал, да. Получил, как хотел сказать. Сколько там раз заткнись было флешмоб. Ну, главное, ты идешь на это, то есть у тебя есть своя точка зрения, ты делишься общественностью, я считаю, что это самое важное, ты не молчишь. Мне кажется, я опять-таки не такой агрессивный, то есть я не... Все-таки не иду с ними, с этими людьми на конфликт. Я не, ну, не нарываюсь, мне кажется. Я все-таки где-то и подшучиваю, и где-то как бы, ну, ребята, там, ну и что я так думаю, и чего теперь как бы. То есть ты заходишь в Facebook за эмоциями, получается? Отчасти, да. Отчасти, может быть, этот город немножко разнообразить, чтобы... Ну... Но мысль о переезде, бывает, посещает тебя? Угу, посещает. И, ну, нет, не уехали пока. Пока развиваемся как можем, значит. Да, да, да. Ну, не хочу уезжать. Я хочу, чтобы этот город стал более удобным для меня, а не то, что я уехал в более удобное место для себя. То есть важнее для тебя сделать переосмысление среди людей, которые здесь живут? Постараться что-то, я не знаю, посмотреть. Но я вижу, на самом деле, мне нравится, что Катри Райк сейчас у власти. Да, тоже, конечно, у нее есть там свои ошибки и так далее. И вообще, вот когда эта новая власть пришла, это люди без
опыта. Да, и они делали какие-то ошибки, но это важные вещи. То есть это смена такой парадигмы. То есть тут общаги начали сносить, там то все как бы. И я знаю, что в конечном итоге это приведет к такому хорошему, правильному развитию города. Расскажи о предстоящих задачах, проектах, что нас ждет на осенний период, зимний, уже что-то придумано? Ну, там начинается театральный сезон, там разные спектакли, уже много будет. Самый главный проект этого полугодия будет «Римини». Это «Римини Протокол», это известный немецкий театр проектный, который вот делает 100% «Сити». Такой проект, который делался раньше и в Нью-Йорке, и в Париже. Там. И это будет «Нарви». То есть это... Интересно. Тут на сцене будет 100 нарвитян, и будет... сцена, которая кружится, и это будет все очень классно смотреться, и это будет про статистику Нарвы, и люди, которые придут на спектакль, они, может быть, ну, увидят Нарву прям нагляд на сцене, такой, какая она есть, как, что, о чем люди думают, там люди будут там делиться, там, я да, там, нет, а, там, за это, я за это согласен, за это нет. То есть не участвуют, получается, в да, этом? Да, 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 это 100 норвитян, не актеры, обычные нарвские жители будут в этом участвовать, и это очень крутой проект, на самом деле, стоит кучу денег. Я считаю, что ты очень смелый человек, поскольку ты не боишься заявлять о том, что ты думаешь общественности. Не боишься тех самых злых комментариев? Я считаю, что спасибо. Это очень смело. Я не думаю, что я очень смелый, но что-то меня достало, и я... Психанул. Психанул, да, и уже как бы, да. Ну, спасибо.